Это еще я. У нас еще понедельник, в час дня. Вчерашний день я закончила. В общем, вчера я узнала новость. Один мне очень близкий человек, девушка молодая, возраста чуть-чуть младше моего Артура. В общем, она заболела ковидом. И, знаете, в прошлом году это же как раз я переболела на День Благодарения. И ребенок православный. И у нее трое деток. Уже и в общем сочувствую, очень сочувствую, не просто сочувствую, я помолилась. И вчера открываю, ну вот акафисты, прочла акафист, попросила Господа вот на все воля Его, и вот попросила, что я молюсь, прошу откликнуться на мою молитву, вот. И помочь ей исцелиться. И смотрите, открываю, а там сзади есть оглавление, и вот там говорится, какие акафисты вот там помогают. И Иоанну Кронштадтскому. И там как раз вот избавление от физической немощи. И я такая, вау! И в общем, я вчера прочла. И молилась вчера, помолилась, и сегодня утром просыпаюсь, и когда смотрела, а сегодня именно день, вот понедельник, да, и сегодня день собор ангелов, собор этого вот Архангела Михаила, именно архистратига Михаила и собор вот его всех ангелов. И тоже я прочла, значит, статья была, вот, что есть типа такое поверье, ну, типа 25 ноября, вот именно ночью, вот там в полночь именно нужно, что так можно народ свой вот вымолить, что именно вот в полночь надо приносить молитву Архангелу Михаилу. И вот ответ священника, что прекращайте делать это какое-то вот, ну, вот именно превращать в какой-то языческий вот... Там, знаете, вот сидеть и именно ждать вот именно того дня, того часа, вот, и молиться надо, постоянно молиться, и за свой род, ведь мы не знаем, кто куда там пошел и где находится в том невидимом мире. И, в общем, когда я узнала, что сегодня именно 21 ноября, и сегодня именно понедельник, и... Ну, про молитву именно Архангелу Михаилу, и на иконах вот он именно с мечом, вот с тем пламенным мечом. И я такая сегодня утром прочла акафист, вот представляете, после Иоанна Кронштадтского, вот я открываю свою книгу там, где с акафистами, и он вот именно после Иоанна Кронштадтского, значит, идет Архангелу Михаилу. И сегодня утро вот я начала... Прочла акафист Архангелу Михаилу, а потом пошла, попросила благословения у Господа. И вчера еще просила, вот молилась, когда в церкви была, поставила свечку самую большую вот там за здравие детки мои там в дороге, старшие, и вторую большую-большую свечку самую вот большую за упокой души брата моего по матери, по материнской утробе. Вот, а отца, отец у него Иван. Иоанн, представляете? А я вот не знаю, Иван, он в честь кого вот был. Да, он человек крещеный, и в честь кого его крестили. Иваны тоже, вот, знаете, вот святые разные. В общем, сегодня утром потом я вот, когда прочла все это, пошла первая, почистила клетку, накормила кролика, воду поменяла. Здесь, естественно, был творческий беспорядок. Все нормально, потому что Дженнифер тоже уставшая была вчера и пришла, и мы просто завалились спать, и ночью тоже спали. Вот я думала, как же я буду спать, слава богу, спала. И сегодня утром
И, в общем, все, помогла им, потому что у нее вот она придет буквально через 30 минут, уставшая после школы, и у нее еще вечером тренировка. Сегодня еще через 3 часа ей уже надо быть на катке, 1,5 часа кататься. Поэтому я им перестирала вещи, и Даниилу, и Дженнифер сложила, показываю, пока я ее ждала на танцах в четверг в том магазине. В общем, смотрите, какие эти вот штаны с ее любимыми этими вот овечки. В общем, там мой размер, но она уже практически доросла до моего размера. Я чуть-чуть вот ушила. В общем, она захотела эти штаны. И абсолютно новый, хоть бэушный магазин, но абсолютно новый костюм был. Вот этот вот велюровый, он очень мягкий, темно-синий. Это я себе купила. В общем, я перестирывала. И просто я кресло-то купила новое, да, но вот еще пижаму, значит, у меня уже 200 лет в обед пижамам, которые вообще непонятно, где их там откопала. В общем, купила я, доросла уже до бэушной пижамы, вернее, штанов только, но бэушных, но симпатичных. И, значит, в общем, перестирала, и пойдем, это тоже в субботу было. У Данила тоже, естественно, был полный этот вот Алис в комнате. Позаметала все, потому что я хожу сейчас босиком. На полу было, знаете, вот такой сэндпит. Все это поподметала, все вещи сложила, перестирала. Это маленькое. Надо забрать, надо спросить вот эти штаны маленькие на него. Наверное, маленькие, все. Это спрячу на этот вот или... В общем, внуку будет, потому что классно, я их покупала в Барселоне, эти футболки. Вот, а что Даниилу я в пятницу, несмотря то всем боли не боли, в пятницу или в субботу? В субботу, кажется. В общем, он меня выцыганил, я ему купила Xbox. Смотрите, у нас на улице снег. В общем, это вам не другие штаты, у нас холодина, ему скучно. Я ему в этом году купила телевизор в начале года. И он говорит: мама, я уже все фильмы пересмотрел. Вот, и я не буду, ну вот он пообещал, что он не будет эти стрелялки в игры играть, а он хочет там FIFA, это футбол, бейсбол, и они там онлайн с мальчишками. Вот, то есть он тоже в школе целый день, и потом у него очень много спорта. Вот. Пока что он оставил один спорт, он именно только футбол, он в этом году не занимается баскетболом, но он практически каждый день. Вот вчера у него был, вот я когда была в церкви, у нас очень холодно, ну сейчас -3, и вчера был ледяной ветер. А они играли, у них игра была на улице. Вот представляете, я когда в церкви была с Дженнифер, в тепле там в Барлингтоне, а у него, значит, с 10 до 12 это 2 часа, а приехал он в 9:30, они на улице в -3. Вот у них были эти вот матч. Я не знаю, это последний или нет, вот там на улице, а вообще-то у них вообще должны быть, ну, в закрытых помещениях. Но вот представляете, вот на таком ледяной, вот Стив там находился на улице, тоже смотрел. Но они вот такие вот. Нормально, он выдержал, слава богу, такой, знаете, закаленный мальчишка. И у него же мечта на Аляску поехать там пожить. И только не моя мечта. И вот, я говорю, много-много спорта. И он говорит: мама, я хочу вот приходить, мне уже, я уже все фильмы пересмотрел, я хочу играть с мальчишками, но там вот. Здесь же привозить, увозить же нельзя, они же не могут ходить там, знаете. Ну, бывает, привозят сюда там. Но у них тоже и спорт есть, и все. И, ну, быть виртуально с кем-то онлайн и играть в игру, допустим, футбольную или там бейсбольную, это интересно. В общем, к тому, что я ему купила этот вот. И, ну, какую-то часть я доплатила, Xbox. Вот, я ему за мои деньги купила... Там же нужна карточка, чтобы войти там в программу, и ну, здесь же все с лицензиями. И я ему купила эти наушники, потому что здесь нужны, именно чтобы вот играть, нужны наушники. А он одолжил денег у Дженнифер. И вот будет как-то вот ей отдавать. В общем, я говорю,
ну, там у нас разговор был, он говорит: мама, я не хочу у тебя, вот, чтобы ты мне платила, я не хочу быть... Я хочу сам, вот, сам себе зарабатывать, и я хочу сам распоряжаться деньгами. Потому что я же ему каждую неделю, вот, по средам даю по $20, вот, и он собрал себе $100. Игра стоит вот это вот $300 плюс... В общем, с этим вот, я взяла еще гарантию, заплатила. В общем, я $380 заплатила. И плюс $90 наушники. Вот, вот такая вот сумма получилась. Такой, что и Xbox, это коробочка с этим вот, со входом, с этими, с карточкой. На 3 месяца, кажется, я купила карточку. Он говорит: летом мне вообще не надо, потому что тепло на улице. То есть человек мне объяснил, знаете, ему 13 лет, человек объяснил абсолютно логически, все нормально. Муж вообще ничего не знал. Мы когда с ним поехали, мы так спросили, как он относится, он говорил: нет, мы говорим, да, это вот, нет, здесь не будет игры, а говорим, а скучно. И он даже не платит, и все, и это вот. Ну, в общем, что вам сказать? Ну, не было я. А уже Даниил говорит: слушай, если бы не мать, у меня телевизора бы не было, и этого, и Xbox не было. Вот. И, знаете, конечно, воспитывать надо, когда вот они поперек кровати лежат. И я очень рада, что я именно всю свою любовь и вот вкладывала именно в детях, и вот сеяла то зерно. Я очень надеюсь на хорошие эти вот всходы. Я очень, знаете, доверяю детям. И именно самое главное, ценю общение. Вот. И то, что мы обычные люди и слабые на все, вот, что мы там в теле и спотыкаемся постоянно. Но вот для этого наш Господь Иисус Христос за нас умер. Вот, и наше дело каяться, и вот исправляться, и каяться, и продолжать жить, и опять будем спотыкаться, опять подниматься, и верить, и, в общем, жизнь очень интересная, вот так вот. Вот так вот я и на всех этих, тоже ночные там ужасы были, но вот и днём обычная нормальная жизнь, и это все это на фоне того, и там больно, и там болит, и это вот рука, в общем, и пошли на Skit Night, и Криста как раз, у нас внучка, Стива внучка была, на сцене выступала, и Криста там была, дочка его старшая, и она такая, вот, и такая мне по плечу, и говорит: ой, как Келси увидишь, а я такая... Осторожно, осторожно. Она такая: а что случилось? Я говорю: слушай, не знаю, такого еще не было. Вот, так что не контуйте. Ну, пока еще жива.